Здравствуйте. Меня зовут Баданова Светлана Геннадьевна. И я врач-акушер-гинеколог, специалист клиники Агулова. Тема этого видео – эндометриоз. Очень распространенное заболевание на сегодняшний день, которое поражает, по некоторым данным, от 7 до 50% женщин репродуктивного возраста. Клетки эндометрия появляются в миометрии, это мышечный слой матки, в серозном слое матки. Они могут появляться в трубах, они могут появляться в яичниках, на брюшине и в близлежащих органах. Это прямая кишка, это мочевой пузырь. И в отдаленных органах это может быть кишечник толстый, тонкий, это может быть легкие, это может быть гортань, слизистая глаз и так далее. Особенность эндометриоза заключается в том, что клетки эндометрия, где бы они ни находились, функционируют примерно как эндотелий в матке. То есть по фазам цикла менструального они сначала разрастаются, они разрыхляются и начинают кровоточить. Что же относится к основным симптомам и признакам? Это боли внизу живота. В основном, чаще всего они появляются перед месячными, во время месячных. Это выделение из влагалища, чаще всего такого коричневого цвета, мажущее. Это могут быть головные боли. Это могут быть какие-то боли в области крестца, ягодиц, боли, отдающие в ногу и так далее. То есть они очень разнообразные. Очень часто при сильных болях перед началом менструации женщины принимают обезболивающие препараты. При половом контакте у таких пациенток очень часто отмечается иррадиация болей в область прямой кишки. Эндометриоз очень часто приводит к бесплодию у женщин. Это можно объяснить тем, что поражаются трубы, яичники, сама слизистая матки, миометрий. Из-за спаечного процесса в трубах и яичниках яйцеклетка не может попасть в полость матки. В нашей клинике мы ведем женщин репродуктивного возраста с данным заболеванием эндометриозом. Уникальность методики нашего центра заключается в том, что мы приводим в порядок работу органов малого таза, то есть мы улучшаем кровоснабжение, иннервацию, лимфоток органов с помощью массажа живота, приводим в порядок работу печени, приводим в порядок работу кишечника, самой матки, яичников, улучшаем состояние магистральных сосудов, вследствие чего симптомы уменьшаются, и женщина выздоравливает. В нашей клинике наблюдалась женщина, которая обратилась с жалобами на боли внизу живота, были все симптомы заболевания эндометриоза, которая дополнительно принимала визанну, принимала обезболивающие дополнительно препараты, и в результате нашего взаимодействия она отказалась от приема визанны, боли ушли и наступила долгожданная беременность. Также можно отметить, что при работе с данными пациентками у них улучшается качество сексуальной жизни. К лечению заболевания мы подходим комплексно. Это и противовоспалительное лечение, это подбор БАДов определенных индивидуально каждой женщине, и очень хорошо себя зарекомендовала герудотерапия. Также в своей практике я применяю гинекологический массаж. Он помогает расслабить тазовую диафрагму, что тоже немаловажно, и проработать, улучшить кровоснабжение, иннервацию матки, труб и яичников. Эндометриоз – очень распространенное заболевание, и висцеральные практики помогут женщине справиться с симптомами и стать здоровее, забеременеть и быть счастливее.
Дорогие женщины, если у вас возникнут вопросы, пишите их в комментариях. Всего доброго!